Если сюда ехать, надо было брать лыжи. Надо было лыжи брать. А так-то бесполезно совершенно. Это же вообще... Это сейчас будет все таять. Это хорошо, долго будет таять. Потом побежит. К маю еще снег выпадет. Потом дождики пойдут, и мы утонем. Если не сгорим до этого. Вот мы с тобой заборились, да, Чукча? Решил дальше не ехать. Тут снег вот по колено. И это большой расход топлива. И пробуксовка идет. Износ ремня, да и этих. Вариатор нагружен. Греется. Следов здесь вот, где много снега, тут никаких нет, а там вот на границе. Там следы есть. Четырех коз погоняли. Фу, ну погода отличная. Вчера же выпал снежок. Наверное, это последний белый день. Сейчас начнет таять. И будет все чернеть, чернеть, чернеть. Как в настоящей тайге, да? Снег нормально. Боевики.